Это видео я посвящаю тем клиентам, которые говорят, что мы разбили стекло. В общем, родовой не бьется. Приветствую вас на самом модном интерьерном канале «Таня про дизайн». Многие из вас сталкиваются с вопросом выбора. Что установить в ванную комнату? Душевую кабину или душевую дверь? Может быть, просто стекло? Что лучше поставить, готовый душевой поддон или душевой трап? Как визуально расширить помещение ванной комнаты? На все эти вопросы вы найдете ответы прямо сейчас. Устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите это видео до конца. Прямо сейчас ребята устанавливают душевую дверь в нишу и душевую кабину с поддоном. Пойдемте посмотрим все этапы монтажа и разберем все подробно. Все ровненько, все хорошо. Я эту дверь выбрала специально с профилем, так как это мой салон, и здесь стены ниши однозначно неровные, а благодаря этому профилю можно отрегулировать ширину двери до 1 сантиметра с одной стороны и 1 сантиметр с другой стороны, поэтому это очень удобно. Обратите у себя в санузлах на это внимание. Если душевая ниша неровная, то нужно обязательно брать профильную систему. Устанавливаем дверь в нишу, откатная версия, то есть, соответственно, сдвижная, в левом исполнении, то есть, открывание с левой стороны. Будем сейчас устанавливать пристенный профиль, для этого мы берем уровень и прикручиваем. Заводим в профиль. Также прикладываем уровень. Все. Ролики у нас стоят в правильном положении, соответственно, не болтаются. Дальше дверь можно использовать по назначению. Как вы видите, одно стекло у нас зеркальное. Это к вопросу, как увеличить пространство ванной комнаты. Есть такая фишка, можно сделать просто зеркальную душевую дверь. А зеркала всегда визуально расширяют пространство. Здесь, в этой двери, значит, есть такие особенности. Ее можно устанавливать как на поддон, так и на пол. У нас она установлена на пол. Здесь имеется специальный ползунок для бесшумного открывания двери. Также при нажатии... Ай-ай, нет, не нажимается. А вот, легко. Давай еще раз. Также при нажатии на дверь, вот сюда, можно отодвинуть стекло для легкой уборки, потому что вот это место обычно в раздвижных дверях, оно недоступно. И назад ее вернуть. Данная кабина изготовлена из стекла 8-миллиметрового, имеет также покрытие антигрязевое Easy Clean. Об этом покрытии я рассказывала и показывала в предыдущем видео. Стандартные размеры душевой кабины от 100 сантиметров до 140, то есть 100, 110, 120, 130 и 140. Также вы можете заказать любые нестандартные размеры, конечно, после согласования с технологом. RDWay – это единственная компания, которая привозит очень быстро. Буквально за 45 дней любой нестандарт уже будет у вас дома. Стекла можно заказать в другом цвете, также можно сделать пескоструйный рисунок даже вашего портрета на стекле. Здесь очень удобно, ролики расположены наверху.
Это позволяет внизу быть свободному пространству, нет никаких дополнительных рельс. И кабину можно установить даже, в принципе, без порожка. Также здесь есть магнитные профили, которые достаточно плотно прилегают и позволяют душевой двери быть герметичным. Здесь есть очень удобная ручка, причем с двух сторон, это очень важно. Мокрыми руками будет легко открывать ее. Ребята уже установили душевую кабину, пойдемте посмотрим. Сейчас очень модно устанавливать душевые трапы, я сама их безумно люблю. Единственное, что Мосжилинспекция вам, скорее всего, не узаконит вашу перепланировку, потому что по законодательству в многоквартирных домах душевые трапы не устанавливают, оставят только душевые поддоны. Эта душевая кабина изготовлена из 6-миллиметрового стекла. На качество никак не влияет, она просто полегче. Она в складской программе, ее можно купить в нашем салоне. Я не буду скромничать, скажу вот так. Смотрите, дверка здесь с подъемно-опускными механизмами. Но вот эти вот силиконовые проставки, на которых стоят стекла, которые мы изначально ставили для того, чтобы стекло не соприкасалось с поддоном, чтобы в дальнейшем не повредить его, вот, они подрезаются вровень со стеклом, и туда уже наполняется силикон под стекло. Все ровненько здесь силиконится. Тем самым это придает герметичность кабине. Вот. Дальнейший, скажем, срок службы увеличивает ее. Уплотнители еще должны привыкнуть друг к другу. Также есть магнитные плотные профили, которые позволяют легко закрываться без шума двери, не протекать. Под заказ с фабрики при вашем желании такую ручку можно заменить на длинный полотенцедержатель, который будет удобен в эксплуатации. Также можно взять разные варианты по цвету стекол, сделать пескоструйку, сделать матовое стекло. Ну и профили могут быть тоже в других цветах, кабина просто уже немножечко будет по-другому называться. Это размер у нас 90 на 90, достаточно стандартный для наших ванных комнат. Дверь удобно открывается только наружу в этой модели, есть фиксированная часть для того, чтобы здесь можно расположить, допустим, полотенцесушитель, полотенцедержатель, в общем, чтобы дверка не билась об стену. Пишите свои комментарии, только, пожалуйста, адекватные. На все адекватные комментарии я отвечаю. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые выпуски. Ну и, конечно, обязательно посмотрите предыдущие выпуски, потому что в них точно много всего полезного и интересного. Всем пока! Инспекция, вам проект вас, ваш и МОС. Приветствую вас на самом модном интерьерном канале Таня про дизайн. Я не помню, что дальше говорить. Что лучше поставить? Я неправильно говорю. Ты убрал у меня бумажку. Сейчас очень модно останавливать. Он мяукает. Напишите комментарии, только нормальные, адекватные, чтобы я могла вам на них ответить. Подписывайтесь на канал, колокольчик не забудьте нажать, иначе вы пропустите все мои новые видео. И еще обязательно посмотрите выпуск под названием, я еще не придумала название, тоже про душевую кабину, ссылочку оставляю. Так что перейдите там, что я там делаю, Дим? Всем пока!